Вслед за долгожданной партией спутника Light и спутника V на аптечную базу поступил препарат Эпивак Корона в количестве 8010 доз. Вся партия в ближайшее время будет распределена по пунктам вакцинации. Напомним, накануне в регион завезли более 16 тысяч антиковидной прививки. Министерство здравоохранения Чувашской Республики напоминает, что пункты вакцинации работают ежедневно, в том числе и в выходные дни. С графиком работы можно ознакомиться на сайтах медицинских организаций. Минздрав рекомендует уточнять информацию о наличии конкретной вакцины в той больнице, где вы решили сделать прививку.